think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трэш на iOS-сервере на аккаунте Андрюхи. И сегодня мы с вами будем дальше прокачивать и тестировать героя уже на максималке. Я его уже подкачал, сделал 30-й прорыв, сделали мы агментацию. Единственное, я не докачал там 7-й прорыв, потому что я пока не уверен, есть ли смысл его собирать полностью фуловой на атаку или же добавить ему уклона, чтобы он тащил. У нас будет тест, я хочу потестировать на дамах и на ОЗ, на деф вариант плюс ПДшка, то есть больше такая стандартная сборка сейчас для PvP локации, чтобы герой быстро не сливался и нормально держал дамаг и атаковал немножко. В общем, попробуем такой вариант. Герой дамажит очень много, поэтому чисто собирать на атаку, ну, я не знаю, я не вижу смысла никакого. Так, я надеюсь, мы ОЗ-шку быстро вытащим. Альфа-самцу. Ну, реально смотрится герой очень прикольно. Я побегал по подземкам. Сейчас попробуем на PvP-локациях посмотреть, что он себя представляет. Сейчас покажу вам сборку. А давайте уже. Не хотят. Бег, тихое укрытие. Блин, когда надо, вообще просто тупо не падает. У нас стоит суперсила, я поставил ее. В принципе, неплохо смотрится она на нем. Вариант, если забирать на деф, конечно же, ССК, наверное, будет оптимальным вариантом. Или обряд, так как он дальник, в принципе, он будет себя хилить тоже неплохо, имеет иммунитета. Но, опять же, блин, ПДшка, нам надо ОЗ. ПДшка у него есть, у него нету огринки на аккаунте 10. То есть варианты по прокачкам стандартные, отлично. А ставить ему ремку, я думаю, смысла нет, так как он набирает, в принципе, энергию очень быстро. За счет своего скилла может сразу восстановить 15% на шанс восстановления фулловый. 100 энергии, в принципе, считайте то же самое, что и быстрый набор. То есть фул сразу, по идее, включается, так как он автопрокер. Такс. Нам надо немножко золота для того, чтобы прокачать сейчас ему 15-й. Сразу же сделаем 15-й скилл, посмотрим, что у него на 15-м скилле. Ну, блин, даже на 10-м скилле он показал очень крутые результаты на второй эволюции. А тут у нас сейчас будет с вами максималка. Такс. Сейчас посмотрим, какой он там линии. Там, в принципе, вроде можно еще несколько героев подкачать. Потом посмотрим. Давайте сначала затестируем его на максималке. Хочу посмотреть, что он себя будет представлять на PvP-локациях против других топовых героев. Но так, очень даже ничего. Интересный донатный герой. Скажем, лучше, чем Некрос и Вольт, по крайней мере. Даже, наверное, будет в некой степени лучше, чем Огник. Зефир, ну не знаю, Зефир на сегодня имеет ограничения, что делает его более универсальным. И самое интересное, что у этого героя почему-то он не станется. Но это я тоже буду проверять, еще смотреть. Очень это странно. Почему так? Вообще непонятно. Такс. Итого
немножко нам не хватило камешка. 15-15 есть. В общем, вот такая вот, ребятушки, у нас сборка. Ставим сюда ПД-шку. Мы потестируем разные варианты. Я сейчас просто пойду на PvP локации. И хочу поставить сюда то, чего у него нету. Мелкого дрога поставим. Суперсила. Здесь вот такие вот созвездия. Пока что я дальше не ролил, потому что надо потестировать. Вытащил пока две пятерки. 15-15. В рейдах однозначно он сейчас будет отлетать в такой сборке. Вот посмотрите. Посмотрим против 30-го огника, что он сможет сделать. Сносят только так. Видите, надо либо точность, либо уклонение. То есть, ну, надо ставить суперпата. Дрога здесь вообще ни о чем. Честно говоря. Надо максимальный дрога, чтобы он тащил. Парализовали его. Фрэнк. То есть, Зефир все-таки однозначно пока самый востребованный герой. Так, заморозка прошла. Дальше он у нас включился. Смотрим против Барда, что он может сделать. Ну, я вам скажу, Бардика он, в принципе... Бард сейчас получает от хила. Не, все-таки тоже. Сносит его. В чем конкретно? Давайте попробуем другого суперпата поставим. Потому что друга тут толку от него никакого нет. Цекляну, что тут он дрюхи делается с супер питомцами. Так, точность, уклон. Уклон, точность. Уклон, точность. Так, мудрая львица. Крокодильчик. Поставим сейчас с вами львицу сюда. Так, львица есть, поехали. Как видите, надо все-таки на... шатают просто бешено с точностью героя. То есть у него нету ограничения. Ограничения нету, соответственно, это уже на сегодня не настолько имба. Да, может он себе там отхиливает, но когда у него целей много нет, для PvP локации, вот на примере битвы гильдии, я не знаю. Надо будет тестировать. Ну, такое, пока он долетит, сливается. То есть тут надо однозначно уклонение, чтобы он более такой был подвижный. Но эта локация, скажем так, это рейд. Он больше будет заходить на локации, где герои будут рядом. Так, давайте сейчас создадим команду. Сейчас, думаю, найдем кого-то. Плюс то, что он дальник. Это однозначно плюс. Так, ну, никто его не зарядил. Сейчас, может, через низ пойдем. Так, смотрим. Ну, зона действия, в принципе, видите, пол арены. По дамагу, посмотрите, как он дамажит, он, конечно, круто. Я попробую через низ залететь. Так, вот он получил заряд, и вот смотрите, что он делает. Он их заблокировал. Вообще супер. Даже Фрея, в принципе. Фрея здесь у нас миссает. А, ему не дают зарядиться, посмотрите внимательно. Фрея с разбросом, что ли? Да, судя по всему, Фрея с разбросом не дает зарядиться ему. Вот, теперь он включился, и посмотрите на дамаг. Ну, хорош,
Вот так вот, когда он включается, быстро хорош. Вот 1800, 10% от дамага. Он от Фрей особо не от героев, у которых... Блин, чё я вышел? От героев, у которых ограничения, он особо отхиливаться не будет. То есть там Зефир и Фрея, по идее, он отхила много от них не получит. Остальных, в принципе, я смотрю, он шатает в такой сборке очень прилично. Тут Фрея, конечно, 13-13. Не максимальная, но все-таки здесь было 6 героев. Интересные герои. Но больше всего он будет заходить на ЗБ, возможно, на атаке фортов при определенной сборке, в лабиринте, в запределе однозначно, но сегодня запределя у нас уже нет. Там он будет интересен. Опять же, будет стоять выбор ставить ремку плюс подашку, чтобы сразу он включался. Ну, дамага, конечно, у него дофигища, я вам скажу. По дамагу он реально крутой. При том, что у нас стоит подашка. Конечно, суперсила есть. Но дамажит он нифигово. Но сказать, что он будет... круче, чем Зефир, ну, я даже не знаю. Блин, так и знал, что по центру. Так, там у нас Бард. Мастер. Ну, смотрите, как он начинает выдавать. Так, а давайте ради интереса я сейчас сделаю обратно вариант. Вот такой вот на домах. И пойдем по центру затестим. Вот смотрите, пол сразу же этот снес. Все, просто тупо раз-два и все. Но нету смысла его на домах собирать. Однозначно. А давайте попробуем теперь такой вариант. Пусть будет с пактом, ОЗ плюс пакт. Вот он включился. Все равно ушатали. Ну и он там, наверное, скорее всего на отражалках. Поэтому ПДшка необходима просто. Ремка плюс ПД, ОЗ плюс ПД. То есть такие варианты, наверное, для него самые топовые будут, как и для большинства героев на сегодня. Такс, поехали еще разок. Ну сказать, что он здесь прям такой вау. Да, он классный, у него скилл прикольный. Ну вот тут вот, все равно смотрите, как ему влетает там прям, просто тупо ушатали. Сказать, что мега-мега имба, ну не знаю. Да, крутой скилл, все, но надо, наверное, все-таки ставить уклонений побольше, чтобы меньше прилетало. Так, окей, теперь поехали дальше. Дальше мы делаем, хочу попробовать... дамаг плюс 10 ремка, чтобы он сразу включался, потому что если он сразу не включится, его в принципе есть возможность слить очень быстро. Поехали, ЗБшка, создать команду, изменить. Да, тут противники, конечно, космические. Давайте хоть с кого-то начнем. Немножко дальше двинемся, там будет попроще.
То чувство, когда бог грома имба еще. Так, ну блин, дайте какого-то противника хорошего. Вот такой вот вариант, мне кажется, будет самый оптимальный. Ремка. Ремка и ПДшка для по локации. Конечно, дефа не будет. Либо ОЗшка, но... ОЗ плюс ПД как вариант. Но тогда он не включится очень быстро, и есть шанс того, что вас сольют. Сейчас посмотрим. Вот он сразу включился. Его просто нафиг ушатали. Или он слился на отражалке. Я не знаю, сейчас попробуем, кстати, на него понападать. Давайте еще разок сделаем, нападем еще на вторую пачку в такой сборке. Бобушка у нас. Блин. Домашний вариант. Сейчас попробуем еще на первую нападем. Просто поставим ПДшку сюда. Ну, как видите, дамага у него дофига, он просто отлетает. Тоже супер пэты его блочат. Просто отлетел. Хорошо, давайте поменяем. Поменяем вариант. Сделаем вот так. Ставим ПДшку. Так, есть. Поехали. Давайте начнем с первой пачки. Вот, мы добавили деф плюс ПДшка, и посмотрите, просто изи вынесли первую пачку. Хотя она нас до этого ушатала просто налегке. Причем тут герои не максимальных прокачек. Ну, Огник 26 прорыв, то есть не максималка даже. Так, тут я выйду, а то у нас он пропадет. У нас и так нету противников. В общем, как видите, вариант все-таки ОЗ-шка плюс ПД-шка, наверное, более оптимальный будет на сегодня по сравнению со всеми остальными. Ну, по крайней мере, я у себя так бегаю. И не сливается, и дамажит, и защита от отражалки. Вот, пожалуйста, смотрите. Так, там у нас Огник с маскировкой, да? Тоже от Огника получается 10к, он от Огника получает 1000 от хила. Огник даже ушатает. По идее, от хила нам не хватит. Ну, тут Огник у нас миссует. Все, минус 0 мы все-таки его. Ну, неплохо. Что я могу сказать? Очень-очень даже неплохо. Давайте еще одну карту. Есть у него карты. Так, отлично. Первая пачка. Посмотрим, что там во второй. Стрелок. Еще раз заюзаем. Так, вторая. О, Зефир. Отлично. Смотрим. Блин, ну отлетают все. Неплохо. Смотрите, что он творит. Райка ушла. Блин, офигенно. Не знаю, вот здесь мне он понравился вообще. Люто. Зефиру мы тоже сказали до свидания. Блин, крутой герой. Теперь давайте попробуем против первой пачки. Еще одну карту используем. Так, не, ну куда опять так же напал, ладно.
Еще стырим одну карту у Андрюхи, стырим. Я надеюсь, он их не копит. Он вообще сюда не бегает в эту локацию. Так, смотрим. Против первой пачки у нас тут Огник, у нас тут Феникс. Многие герои блокируют. Блин, ну что я могу сказать? Вы сами, в принципе, все видите. Стрелок единственное, что мешает, забирает энергию. Да при том, что у нас герой не на уклонение собран. В принципе, Огника уж тал. Возможно, есть смысл все-таки собирать, сделать уклонение. Вариант побольше. Но, опять же, против точности это не спасет. Ну, а так, блин, не знаю, мне нравится. Что там у нас? Там у нас немочка на заднем фоне. Не знаю, понравился мне герой. Однозначно для PvP-локаций, для таких как битвы гильдий, ну не знаю, будет такого плана все, если вы, конечно, его не прокачаете на уклонение, это при условии, что вашего противника не будет наролена точность. Так, тут у нас все закрыто, лабиринт. Давайте королевскую битву посмотрим, что тут у него. Он точно так же фармит, как и я. Давайте попробуем посмотреть. Хотя что тут смотреть, вряд ли мы сейчас босса тут призовем. Но видите, ему надо некоторое время для того, чтобы включиться. То есть вариант Озашка плюс ПДшка, в принципе, неплохой, если у вас будет подхил плюс уклонение. Либо же ПДшка плюс ремка. Как вариант, сразу ставить их и не париться. Пришествие демонов, необычный. Обычный демон. Побежим сейчас с Серегой. Попробуем. Посмотрим, что здесь будет. Ну, в общем, понятно все. Ну, что я могу сказать? Какое первое впечатление про героя? Герой интересный. Герой для определенных локаций, то есть для PvP, для Запределья будет неплох, для ЗБшки неплох. Атака фортов надо будет потестировать. Возможно, в новой локации потестируем еще. Ну, а так, ну, не знаю. По дамагу, конечно, он крутой. Деф у него страдает. Надо все-таки ему Озашку ставить. Плюс защитить от отражалки. То есть это ПДшка. Ну, ремка на ПВП локации плюс ПДшка. То есть такие сборки. По созвездиям, не знаю, вот он с дамагом, в принципе, тоже неплохо. Если вы даже наролите фул уклон, там будет у кого-то две точности хороших, ваш уклон до одного места весь будет. Ну, пока в большинстве случаев он, конечно, тащит, но опять же, это все пока что. В топах там у многих точность стоит, поэтому особо заморачиваться не стоит. Стоит ли он своих денег? Его так пока не продают, его за пыльцу 4000 пыльцы. Я бы сказал нет. Потому что если взять того же самого Зефира, он более интересен. Огник, ну не настолько, наверное, будет имбовый, как он. Потому что у этого больше преимуществ. Я еще хочу кое-что потестировать. Ну а пока, ну не знаю. Неплохой герой. Вот для подземок можете потратить 4000 пальцы для подземок, если они у вас не пройдены. В общем, такие вот дела, ребят, не знаю. Такой средненький герой. С одной стороны, кайфовый очень, с другой стороны, ни о чем. Ну, все как всегда. В общем, пишите в комментах, что вы думаете по поводу героя. Ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.